Так, ребята, тут такое дело. Мой товарищ ведет анонимный телеграм-канал. Называется он «Анонимный телеграм-канал Игоря Голосова». У него там сейчас 74 подписчика, и он отказывается включать комментарии, пока не будет 200 подписчиков, естественно. Я очень хочу все комментировать, поэтому вы можете мне помочь и подписаться на его канал. Я думаю, что мы добьем до 200 вообще на раз-два. Так, ну пока мы пытаемся оживить вот этого монстрика, проведу небольшой обзор на наш гараж. Помимо вот этой восхитительной техники, у нас имеется вот эта восхитительная техника. Штука классная, электромод. Кстати говоря, он продается. Левин велосипед. Левина тачка. Кстати, с музыкой, со всеми пирогами. Так. Десочки на бымочку. Еще один Левин транспорт, но он ему явно уже маловат. И мопед. Зацените, какой Левин мопед. Веска. Красота. Так, что у нас еще тут есть? Коляска на Мерседес, естественно. Бампер от Volvo. И симулятор. Ура! Ура! Мы завели каламажечку! Завтра покатаюсь. Лягушку давай. Ой, синичку складывай к лягушке, клади. Молодец. Маленький домик стоит. Синичка в нем живет. Всех гости приглашать. Надо всех собрать. Давай. Лёва, это какая буква? А. А, правильно. А это какая буква? Али.
Ай, правильно. А это какая буква? И. И, правильно. И. А это какая буква? О, правильно. Так, а эту букву назовешь? К. Правильно.